Всем привет! Давайте мы вместе с вами сегодня поговорим о пользе сладкого. В первую очередь, сладкое, конечно же, поднимает настроение и дарит нам гормон счастья. А также шоколад не вредит нашим зубам, как многие считают, так как в какао содержатся антибактериальные вещества, и благодаря этому вокруг нашей эмали создается своего рода защитная пленка и предотвращает развитие кариеса. А также горький шоколад предотвращает развитие рака в организме человека. А еще шоколад снижает развитие сердечно-сосудистых заболеваний на целых 20%. А еще калий, магний и железо, содержащиеся в шоколаде, помогают бороться с анемией и, конечно же, стимулируют работу мозга. И, конечно же, как нам всем известно, сладости очень хорошо помогают бороться со стрессом. А вот все эти сладости в широчайшем ассортименте и по самым вкусным ценам вы, конечно же, сможете найти в Пуниотоптам.